В период с 8 по 13 октября 2016 года на территории города Бердска было зарегистрировано 32 столкновения с материальным ущербом, 2 неочевидных дорожно-транспортных происшествия, в которых вторые участники скрылись с места ДТП. Одно из них на данный момент раскрыто, по второму проводятся оперативно-розыскные мероприятия и одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. 12 октября 2016 года в 17:50 в дежурную часть отдела МВД России по городу Бердску поступило сообщение от гражданина 1976 года рождения о том, что 12 октября 2016 года в 13:53 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле у дома номер 26 по улице Морская совершил на него наезд, после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. В результате ДТП гражданин 1976 года рождения самостоятельно обратился в МСЧ БЭМЗа, где ему был установлен диагноз «ушиб правого бедра». Очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просим обратиться по адресу город Бердск, улица Первомайская, 2, кабинет номер 3 или по номеру телефона 232-86-23.